Выпускаем воздух. О, Ларишка, у тебя иголка выскочила. Она в потолке торчит. Пошли, Тамара Злодеевна. Лариска, подожди. Ты мне такие клевые очки купила в Дубай. Мы с холода пришли в тепло, а они не потеют. А вы думали, Тамара Владимировна, это же очки из самого Дубая. Брендовые, а не какая-то подделка дешевая. Какая замечательная у меня медсестра. Мама, ты слышала, что они говорят? Я не думаю, что они пришли поинтересоваться нашими попами. И я тоже думаю, что не просто так они сюда пришли, а мои булочки уже начинают болеть только от одного их голоса. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Мы к вам приехали на плановый осмотр, а еще заодно проверить Сергея булочки. Просто проверите и уйдете? Просто вы пропустили целых 4 прививки, а они обязательны. Да вроде бы и в юге не было на улице, что вас сюда так случайно занесло, согревались бы там себя в кабинете. У меня вообще-то к вам, Сергей, к мелкой вопросов нет. А вот к вам, Юля, у меня есть особый разговор. Только не это. Что ж ты такое придумать, чтобы опять избежать этих укольчиков? Может, вас чаем напоить? Очень вкусным. Ой, Юля, мы так замерзли, пока к вам ехали. Если у вас есть чай каркаде, еще и с цедрой лимона, такой, как я полюбила в Дубае, я бы не отказалась. Лариска, что, вкусный действительно такой? Да я тогда тоже не откажусь. Если есть, то сделайте нам. Я что-то такое чувствую. У них какой-то есть подвох. С какой-то радостью они нас чаем захотели угощать. Да вы что, Тамара Злодеевна, не переживайте. Нас же сейчас двое. Что они нам могут сделать? Попьем чаек, посидим, согреемся, пиндюрим им по укольчику и поедем. А там уже смотришь и больше к ним не придем. У них карантин закончится. Пошлите. Не по одному укольчику, а по два. Завтра у них последний день, и нам нужно будет успеть проколоть вакцину. Что? По два целых укола? Надо маме с папой сказать. Мама, иди сюда, если я хочу что-то сказать. Что такое, Элинка? Мама, я подслушала их разговор, и медички сказали, что они два болючих укола вам поставят с папой. Так вот почему они вдвоем к нам пожаловали. Ничего себе, они чувствуют себя как дома, посмотрите только на них. Лина, а тебе точно это не послышали, что они нам по два целых болючих укола собрались поставить? Нет, папа, я просто проходила мимо и услышала от них это. Юля, что будем делать? Сережа, так вот почему я им чай захотела предложить. У меня есть пачка со снотворным. Когда Тамара Злодельна убегала, у нее из кармана вывалилась. Так что мы сейчас подсыпем им это в чай. Блин, будет круто. Сережа, ты должен меня прикрывать, чтобы они это случайно не заметили. Я, пожалуй, сяду в это вот красивое кресло. А то каждый раз к ним прихожу, все хочу здесь посидеть и никак не удается. А сейчас еще и расслаблюсь. Так, ты, Лариска, там сильно не расслабляйся. А то на своих курортах вообще приехала вся окрыленная какая-то. А то что-то шушукается, вон, видишь, там вдвоем. И еще эта малявка что-то им рассказывает. Да вы что, Тамара Злодеевна, просто после уколов они нас очень сильно боятся и хотят нам сделать самый вкусный чай. Все, не переживайте. Эй, Лариска, как там в Дубае? Ты на верблюдах каталась? Да вы что, Тамара Злодеевна, какие еще верблюды? Я там один день на Феррари, второй день на Ламборджини каталась. И в пустыне мы катались на джипах. Какие еще могут быть верблюды? А, значит, ты ничего не видела в этом Дубае. На верблюдах надо было кататься. В пустыне. Вот бы мне еще парочку таких пациентиков, с которыми можно было бы так легко договориться, как с этим Сергеем, чтобы потом поехать в жаркие страны на отдых. А, вот, Лариска, уже и чай нам подают по дубайскому рецепту. Сейчас тоже побываю немножечко в Дубае. Смешная вы какая-то, Тамара Злодеевна. Юля, давай поторопись быстрее, это не заподозрит что-то неладное. А вот и снотворное. Сейчас я им поцелую таблеточки. Так, сломается. Так, первое. Это
заливаем. Осталось добавить заварку и сахар, и будут они наслаждаться этим вкусным чайком. Ну что, Тамара Злодеевна, немножко согрелись, а вот вам этот вкусный дубайский чаечек. Держите, Тамара Злодеевна. Ой, спасибо, горяченький, ароматный какой, вкусный дубайский чай. Папа, папа, быстрее неси медички чай, чтоб они выпили одновременно. Блин, а пахнет-то вкусненько. Какой чай ароматный, так согревает. Юля, а вы давайте пока булочки свои готовьте, а то я пока чаек допью и вам сделаю самую безболезненную прививочку. За такой чай готова, Даша. Разминаю уже. Сереж, а ты чего не несешь чай? Давай быстрее поторопись. Спать захотелось. Держите, пожалуйста. Чай просто бомба. Чуть сам по дорожке не выпил. Угощайтесь. Ой, спасибо, Сергей. О, как вкусно. Аромат прям как из самого Дубая. Ой, ой, какой-то он сонливый очень. Сережа, получилось. Она спит. Проверяй эту медичку. Сейчас проверю. Не спит. Хватит прикалываться. У нас тут дело первой необходимости. Нам нужно найти быстрее шприцы и вылить все содержимое в раковину. У нас есть буквально полчаса, чтобы сделать все как надо. Или ты пока у Тамары Злодеевны будешь забирать, а я у Лариски найду эти уколы и тоже вылью в раковину. Тише, тише, тише. Сережа, смотри, они еще нам и капельницы подготовили. Ага. А вот этот укол, что это там морозлодельно собиралась мне поставить. А вот и второй укол. Сереж, смотри, я эти две вакцины нашла. Юля, посмотри, у меня тоже два укола, одинаковые, такие же самые, как и у тебя. Видно, они заранее их приготовили для нас. А теперь ты доставай свой телефон, я вложу один шприц Тамаре Злодеевне в руку, как будто она действительно приготовилась нам сделать по укольчику. А ты это все сфотографируешь, и потом для подстраховочки это у нас будет. Покажем ей на всякий случай, если вдруг она не поверит. Так это же зачетная идея, они же нам реально могут и не поверить. И тогда мы спалимся и получим точно по уколу, только уже не по два, а по четыре. Лариска, ты можешь еще и поверить, но Тамара Злодеевна 100%, ее же не проведешь. Давай, вставляй ей в руки укол, а я тебя сфотографирую. Тамара Злодеевна, тихонечко, тихонечко, дайте мне ручку. Так, зажимайте. Так, фоткай. Все, пойдет. Погнали вливать. Аккуратненько отдайте. Ничего, Тамара Злодеевна, ты хотела мне впендюрить эти две вакцины, чтобы у меня попа горела, прям как у Сережи. А теперь я с ними быстро справлюсь, ведь сейчас их точно в мойку вылью. Снимаем иголки, чтобы лучше было выливать. А теперь выливаем. А пустые шприцы я ей положу аккуратненько обратно в ее аптечку, как будто она уже их использовала. Ну все, Сереж, я все сделала. А ты? Юля, я все, пустой. Ай, как хорошо. Какой чай расслабляющий. Ну что, Юль, вы булочки приготовили? Да вы что, Тамара Злодеевна, у меня так мои булочки болят. Вы нам аж по два укола сделали. Что значит опять уколы? Вы только что нам по два болючих укола в каждую булочку поставили. А если мне не верить, у меня есть доказательства. Я сделал парочку фотографий себе на память, чтобы показать, на какие уколы моим друзьям лучше не попадать. Точно же, это я на фотографии. Да и шприц этот. Эй, Лариска, просыпайся, растащила тебя. Ты чего спишь?
Ой, а я что-то не помню. Такой чай невкусный налили, и меня раскимарило. А ты прививки делала, ты помнишь это? Ой, как же стыдно, как же стыдно. Вроде делала Сергею укол, но Тамаре Злодеевне вообще не хочется признаваться, что у меня с Сергеем договоренность. Вот Сергей с Юлей говорят, что делали прививки, а я что-то не припомню. Да делала, делала я, Тамара Злодеевна, Сергею целых два укола. Действительно? Они же не знали, что я собиралась им ставить по два болючих укола. Верно говорите, Тамара Злодеевна. Слушайте, давайте уже пойдем. Да, нужно уходить. Время уже после. Что-то мы тут засиделись. Спасибо большое за чай. Возьмите чашечку, мы надолго с вами не прощаемся, а завтра мы придем опять к вам. Эй, Лариска, аптечку не забудь, растащила тебя здесь, а? Точно, как это я могла так забыть? Пока-пока, медички, попутно ветром вам там. Да но что вы... это со мной такое, вся чешусь, какая-то аллергия на меня напала. Вроде бы конфет много и не съела, но всего лишь полмешка. Но у меня от конфет-то нет никаких побочных действий. Так, скоро Лариска придет. А я ей подарочек приготовила на Новый год. Вот такой вот замечательный стич. Так, нужно спрятать под стол, чтобы был для нее сюрприз. А, да что ж такое-то? Все чешется. Всем привет, ребятки. Я сегодня пришла к Тамаре Злодеевне. Поздравить ее с Новым годом. А также вас, ребята, поздравляю с Новым годом. И желаю вам крепкого-крепкого здоровья, удачи во всем. И чтобы ваши мечты всегда все сбывались. Обязательно нажимайте лайк под этим видео, если не хотите получать укол. Ну что, а я иду поздравлять Тамару Злодеевну с этим классным праздником. Смотрите, что я ей приготовила. И вот такой классный шарик авокадо. Конфетки она очень сильно любит. А вот это стич, это же сейчас тренд. Я думаю, она очень сильно этому обрадуется. Лариска пришла. Так, приготовиться. Входите. Тамара Злодеевна, здравствуйте. Здравствуйте. А я пришла вас поздравить с Новым годом и подарить вот такие конфетки. Ой, как приятно. С годом тигра и тигренок конфетки. Вот теперь мне два мешочка по конфет будет. Еще такой шарик авокадо. Обожаю авокадо. И самое главное. Подожди, подожди, не говори. У меня тоже есть подарок для тебя. Два, два, три, четыре друг другу подарим. Хорошо? Так хорошо. Будет новогодний сюрприз. Ну что, готово? Раз, два, три! Ой, ничего себе! У тебя такой же подарок, как и у меня! Посмотри, это стич! Тамара Злодеевна, я так и знала, что вам понравится мой подарок! Ну что, обмениваемся? Ну что? Спасибо, Тамара Злодеевна! Лариска, можешь подержать пока мой подарок? Я вся чешусь, представляешь? На целый Новый год я чесалась под елкой! Тамара Злодеевна, так что с вами случилось? Вы так чешетесь шприцом, смотрите, укол себе не поставьте! Да не беспокойся, Лариска, не поставлю! Это у меня аллергия на что-то! Так я знаю, в чем дело! Тамара Злодеевна, вы же объелись новогоднюю ночь конфет и мандаринов, и поэтому у вас появилась аллергия! Да нет у меня никакой аллергии на конфеты и на мандарин! У меня аллергия всего лишь на одно лекарство! Это снотворное! На снотворное? А когда же это вы его успели принять? У меня эта аллергия началась последний раз, когда мы были у этой страны семейки. Вы хотите сказать, что это Сергей и Юля постарались? Мы же вдвоем у них были и за всем следили, что они делают. Вот в том-то все и дело, Лариска. Мы когда были у них, я наполовину ничего не помню, как ставила укол. И ты тем более уснула в этом коконе. Точно, Тамара Злодеевна. Я тоже помню, как они нас напоили чаем, и я уснула сладко. Вот где, Лариска, твоя снотворная? Ты проверяла у себя в аптечке? Ну да, сейчас, Тамара Злодеевна, я проверю, все ли у меня на месте. Так, так, так. Тамара Злодеевна, смотрите, двух таблеток снотворного не хватает. Так вот, видишь, все сходится. Это они нам этих две таблетки на тебя и на меня подсыпали в чай. Не может быть, Тамара Злодеевна. Я что им так и верила. Но аптечку-то вы оставили у них мою, когда убегали от этого болючего укола. Вот им эта мысль и пришла в голову. Так что же мы, Тамара Злодеевна, будем делать? Вас же нужно срочно спасать. Так может вас в больничку положить? В больничку, Лариска, нельзя. Там же будут ставить много уколов, а я уколов боюсь. Ничего себе, Тамара Злодеевна, а как же вы стали тогда старшей медсестрой, если вы уколов боитесь? У меня, Лариска, папа главврач. А, вот оно что. Так слушай.
Слушайте, давайте я вам укольчик поставлю от этой жуткой аллергии. Я-то делаю совсем не больно. Ну, а тебе, Лариска, я своей булочке могу доверить. Только сделай мне самый маленький укольчик. Но вы, ребята, были на канале Юа Шоу. Ставьте лайки, и у кого горит красная кнопка подписаться, быстрее нажимайте на нее, чтобы она стала серой. Всем пока!